фокус на продукте. Это, конечно, о чем Юлия Фатеевна сегодня сказала, и много сегодня уже тронули этот вопрос. Это, конечно, по поводу wellness. Я не эксперт по wellness, но я знаю, что вопрос очень простой. Что сейчас люди больше заботятся о своем здоровье, и больше и больше людей понимают, что моя здоровье и моя красота очень связана, как я выгляжу, какой у меня вес. Это влияет на мое здоровье и на мою красоту. И это будет более и более важно, особенно в России. Почему? Потому что я вижу большая разница между 92 года, когда я приехал в Россию, и сегодня. 92 года, когда я приехал в Санкт-Петербург, все девушки были очень тонкие. Почему? Потому что дед ничего. Но очень мало людей ехали на машине. Все пешком уходили. И когда спросили, что занимаетесь на выходной, или что занимались, когда вы были дети, люди ответили, ну, танцевал балет, спортом занимались. Сейчас я вижу, что все едут на машине. Это более круто, чем быть на метро или ходить пешком. Кушаем все, что мы видим. И поэтому сейчас вопрос о здоровье и как я выгляжу, это будет более больше связано не только с продуктом, который будет с нижнего, но с что я кушаю. И поэтому у нас есть опять не со баллом, не со деньги, у нас есть идеи. Мы хотим Россия помочь быть красивым, не только с внешним. Мы хотим, мы думаем, что у нас есть ответ на вопрос, как помочь России быть здоровым, больше медалей на следующие Олимпийские игры. Потому что Россия будет кушать wellness от Арифера. Почему Арифер? Почему нет пищевых банков других компаний? У меня есть один простой ответ. Что вы хотите кушать реально? Химия или натуральные ингредиенты? Ну, все. Люди некоторые говорят, что у вас такие дорогие продукты. Если я покупаю там на Гербалайф или что-то другое, это дешевле. Ну, люди мне так говорят. Я скажу, что, понимаете, если ты хочешь быть здоровым с продуктами, с натуральными ингредиентами, это не дешево. Ну, решай сам. Ты хочешь быть не здоровый, но дешевый человек? Или дорогой и здоровый? Здоровье стоит? Стоит. Поэтому я не боюсь вопроса по поводу цены. Я не боюсь сравнения наших продуктов с другими компаниями, потому что у нас есть лучшие продукты для тех, которые хотят быть здоровым от натуральных ингредиентов. И поэтому нам надо иметь фокус на здоровье и красота внутри. Но говорят людям, что у них есть выбор, сколько будет их здоровье стоить. Много или мало? Натуральная или химия? Вопросы простые, ответы простые, я считаю. Фокус. Если вы об этом говорите, ваши люди об этом будут говорить, если они об этом говорят, потребители будут об этом говорить, потребители будут об этом думать, они будут пользоваться продукты, баллы будут повыситься, ваши объемы повыситься, ваши деньги повыситься. И все начинается от чего? Идеи. Идеи какой? Помогаем России быть здоровым. Красивые идеи. Красивые идеи, я спрошу. Не хотите помочь России быть здоровым и красивым? Мы очень патриоты. У нас есть огромная задача.
задача перед нами. Нам надо поговорить, нам надо продавать наши драгоценные продукты, которые дают людям здоровье и красота. У нас есть великая, важная задача. Третий пункт.